have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки и Расхитительница Тумбочек. Привет, повернись, улыбнись, проснись и пой. Итак, куда мы там идем? Цель неизвестна. Ладно. Тут нам... А, отыщите путь в горную деревню. Лара, понятно. What the hell happened? This storm, it came out of nowhere. These clouds, they just surrounded the plane. Lara, listen. I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. All right. On my way. Экспо подъехала. О, здравствуйте. Детальки. Кстати, 199. Можно будет что-нибудь качнуть. Почему камера вращает... Ладно, я не буду спрашивать. О, молодец. Без перезарядки? Выстрелил, блок выстрелил. Чего? Получен новое снаряжение, веревка. А, нажмите среднюю, это же чертовски неудобно. Почему среднюю? Ладно, может, я потом это переставлю, не знаю. Да, за прикрытие не хочешь сесть, нет? Блин, попросил же, достань пистолет. О, тут уже потухло. Сядь, сядь! Ну, как бы я изначально так и хотел сделать. Да хорош заливать! Все, сдохло, ладно. Нет, только давайте не сначала. Сначала, понятно, спасибо, спасибо, я оценил. То есть ей хватает времени на то, чтобы в открытую... Ладно, короче, все, я не буду спрашивать об этом. Понимаете, фишка-то в чем? Игра приучает меня к тому, что она абсолютно полностью неуязвима, и когда вдруг в нее начинают стрелять, и она начинает ойкать, я такой, блин, а как это? Она же терминатор, как бы, все, что с ней случалось, оно как бы, ей же было пофиг, успокойся. О, попадание в голову. Конечно, должен быть. Значит, только ящик лутанем вот этот. И возьму... Я не взял утонуть, спасибо. Но нам туда, по идее, чтобы... и А, это вот это можно... Но я же их не тратил. Так, ну, по идее, нам нужно выстрелить туда, что ли. Чтобы подтянуть. Чтобы подобрать. А, выстрел... Ой, блин, ну, не знаю, ребят. То есть, сначала нужно правой прицелиться, потом средний подтянуть. Да прыгни! Кому я пробел нажимаю, ты не подскажешь? Ларчик, блин, ларчик. А тут что у нас вообще?
Пройду. Тут у нас ящичек. Хорошо. Ящичек с экспой. Блин, ну нажал же пробел, ну знаете, обидно. Давай, 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 подтягивайся, подтягивайся. Так, ладно. Не-не-не, забудь, пистолет. Ну, модификация. Можете модифицировать оружие. Спасибо, спасибо, сделаем. Итак, теперь у нас появилась фишка с подтягиванием, вытягиванием, натягиванием. Ага, понял, хорошо. А, полез бы. Давай, чтобы не как в прошлый раз, пожалуйста, чтобы ты не скатывалась обратно по этой веревке. Спасибо. Я не знаю, почему этот глюк был в прошлый раз. На самом деле нажимаю точно те же самые кнопки, там, Shift и всякое такое. Сейчас она по Shift, она как бы нормально спускается, и с ней все хорошо. До этого, блин, вот нажимаешь Shift и нифига. Не? А, ты хочешь туда? Ну, давай попробуем. Я не знаю, можно ли привязать две веревки или нет. Вот спустись. Спасибо. Можно. Только она эту тогда отменяет. Ну, хорошо, мне, в принципе, пофиг. Ну, теоретически нам лучше сюда забраться. Тут ящичек есть. Обыскать, экспу получать, сюда залезать. По мордам не получать. Спрыгни, пожалуйста. Спасибо. Но она просто не хочет цепляться. Я свешиваю на край. Я не знаю, может, я просто не нашел пока что кнопку свеситься на край. Или я ее забыл. Я скажу честно, не так часто сейчас играю. Поэтому я вполне могу забыть какие-то фишечки, но... Теперь я, кстати, понял, для чего вот эти штуки на дверях. Я вам говорил, что типа, для чего-то это на... Возможно, понадобится. Теперь я понимаю, для чего. И говорит ли это о том, что мы с вами вернемся в те локации, которые у нас уже были? Там тоже были такие двери. Значит, возможно... Горные двери. Возможно, небольшой бэктрекинг. Или большой. Не знаю, еще не уверен. О, привет, Костель. There was this storm. It came out of nowhere. It's not your fault, Lara. I called them here, Roth. Hey, we'll find another way. Mayday, mayday. Co-pilot, just up a bear. Another pilot. 1-7-7-8. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed. I need to pin 8. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please respond. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. Почему... Минуточку, ребят. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lara. You can't save everyone. I know about sacrifices. No. You know about loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Roth. Минуточку, ты же позволила первого убить? Погоди, что за двойные стандарты? Ты стояла и тупо пялилась, пока убивали первого. Почему тебе вдруг не пофиг на второго? Давайте. Не знаю, немножечко неоднозначно. Ладно, хорошо. У нас есть один очок. Мастер выживания, охотник, модификации, боец. Ну-ка, мы, кстати, на бойца... на бойца мы уже что-то... Может, ненадолго выйти противника стройки, да, у них камни и землю. Не уверен, что мне это надо. Посмотрим. Можете дальше удерживать лук на... дальше. Это все закрыто. То есть, можно только вот это. Ну и тут по охоте сбор костей, преуспели в ту животных, чтобы получать при этом запчасти для оружия.
Да, но я же, блин, не охочусь на животных. О, больше опыта. Ну, тайники с пищей, кстати, возможно, я буду находить. Давайте. Экспа — это всегда хорошо. Специалист. Я специалист. Круто. Что мне надо? У меня есть... Почему я не могу переключиться сейчас? Детали снаряжения. Спасибо. Ха. На пистолете. У нас не хватает ударника и автозапуска. На них нужно 300 запчастей. 450 запчастей. Логично. На это не надо пока ничего. Оно у нас полностью прокачано. Лук. Усилитель-натяжитель. Давайте мы его, наверное, полностью качнем. Можно натягивать сильнее, чтобы позволить увеличить урон. Давайте, пофиг. И тогда в следующий раз возьмем скилл, чтобы можно было дольше лук держать натянутым. Качнем его на полную, короче. Пусть будет, ладно. Не, лук вообще хорошая штука, но не знаю. Не всегда хочется им пользоваться. Хотя, в принципе, луки в играх я очень уважаю. А тут что? Минуточку, я отсюда пришел, что ли? Да, это я отсюда натуплю. Это уже мой косяк. А вот, так, собственно, в чем фишка-то? Если первого мы так легко слили, спокойно могли его спасти, то почему мы так волнуемся со второго? Нам сюда или сюда? А, туда я не достреливаю, тогда все ясно. Воба! This hut looks clear. We ain't gonna find anyone up here. You're probably right, but we got orders. Немножечко бесит. I'm gonna head down and join the others to the plane. You keep checking these ruins. Что то, как она приседает, и то, как она крадется иногда. Это так по мелочи. Waste of fucking time. Waste of time. What the hell? Help! В смысле ты живой остался? Минечка, я же тебе хедшот прописал, не? Иди сюда. Да встань ты уже, думаешь, я тебя не вижу? Встань. Мне показалось, я ему хеда зарядил. Ну ладно, как бы нет, так нет. I'm here, Reyes. What's your situation? We followed a group of men to some kind of city. This place is insane, Roth. What the hell are they doing here? Used in traditional Japanese herbal medicine or kampo. Looks like this vial has been sealed for many years. Можно покрутить, это я понимаю, да. Найдем ли мы тут что-то? These are probably maitake mushrooms, used to boost the immune system, also known as dancing mushrooms. Да, нашли. Что-то она там рассмотрела, что это грибы. В японском траволечении канпо, похоже, пузырек не открывался уже много лет, но и мы его открывать тоже, наверное, не будем. I don't know, and I don't think I want to know. Any sign of Sam or Whitman? Nothing yet. Are you with Lara? Yes. We'll be heading down the mountain soon to meet up with you. Okay. We'll try to get in a bit closer. Keep this channel open. Так вот, насчет рации. Мне кажется, что они немножечко не так работают. Окей, ладно, здесь я вам скажу по-честному, я не эксперт. Я с рациями много работал, но... не так, чтобы я могу сказать об этом как эксперт, но мне кажется, что та рация, по которой говорил сейчас пилот, и наша рация, они в принципе никак не могут находиться на одной волне по нескольким причинам, и поэтому я тоже немножечко в недоумении. Ну, сдохни там нафиг. Нет, мы же не будем... Угу, понятно. А, ну мы здесь, нормально. Ну так а что ты предлагаешь? Чтобы я сюда выстрелил? Но я-то сюда выстрелю. И что останется?
тут же стоял, нажимал на пробел, блин, упало, разбилось нафиг. Управление, это серьезно? Не знаю. Это сейчас было странно. Ну да, не появился, значит. Почему он так появляется впритык, когда уже. Ну, короче, ладно, пофиг. Вот. В общем, смотрите, короче, из всего вот этого, и того, и вот этого, я могу сделать несколько выводов, что игрушка полностью для казуалов и про казуалов. То есть люди, которые не особо, в принципе, это в жизни заморачиваются, как что работает, и которые просто отключают мозг и приходят сюда так, пострелять, попрыгать. Это немножко печально. Потому что... Хотелось бы еще интересный сюжет. И еще больше печально, что раз... Так... Хотя, с другой стороны, это объясняет. Нет, это, скорее всего, не минус. Это, скорее всего, закономерность. То, что у такой игры довольно высокий рейтинг. Именно потому, что она полностью казуальная. Come on. We gotta get back. Shut up and let me finish. Я могу его сбросить как-то? Можно так сделать, не? All right, let's go. So what's the first thing you're gonna do if you ever get off this rock? Eat a good meal. God damn. Yes. What's it gonna be? No, fuck! Help! Ну и все, поговорили. Зачем? А, испытания какие? Я не собирался, если что, никакие испытания делать. Минечко, а туда дорога? Здравствуйте. Да, но мне как бы там к пилоту, что ли, не? Или вы, может, передумали? Где он вообще? Вон он. Так, сюда, сюда. Ну, видимо, нам все-таки сюда сначала. Такая в воздухе зависла, как паучок. Я не знаю, у нас сейчас было два пути, и пойдем мы, наверное, сюда. Ну, знаете что? Ребят, я, наверное... Нет, в некоторых играх... Тайная гробница рядом? Ты что ли? А, тайная. Ничто на ней не указывает. Ни вон те три стрелки, ни вот эти две стрелки. Вообще ничего на ней не указывает. Вообще беспалевно. Ну, пойдемте, я знаю. Тайная гробница. Я хотел сказать, что я не буду раскрывать, стремиться раскрывать все секреты, но раз нам прям так явно орут, кричат, смотри, чувак, гробница, иди расхить ее. Разграбь, она же грабница, так и называется. Ладно, шучу. Ай. Ну, какие-то ценности наступили, да? Ну, пройди, пожалуйста. Опять же, я немножечко не понимаю мотивации. Мы идем спасать пилота, которому нужна помощь. О, гробница. Знаете, как это рыбка Дори? Никогда больше не буду пить. О, бар. Кстати, ребят, никогда не пейте. Я имею в виду алкоголь. Обычно воду пить надо. Ее надо пить много, так что все хорошо. Сейв. Продолжаем. Ну, отдыхаем. Это у нас сохраняшка, я так понимаю, да? Все хорошо. Вот эти буковки сбоку при сохранении ТР больше похожи на какой-то новостной канал, типа... Здравствуйте. Зачем? Зачем?
этот парус. Штука сейчас, наверное, не выдержит, да? Да-да-да, все верно. Значит... Ветер мы закрыли. По этой штуке нам сейчас надо будет туда, скорее всего. Ты издеваешься нафиг, да? Все, я понял, это все жестко на время. Вот shift нажимаешь, оно почему-то начинает на карачках ползать. Ну ты серьезно? А куда? А, все, я понял. Я понял. Меня отнесет туда, я там запрыгну, ага. А сейчас оно уже сдулось, да? Ну, спасибо. Да скорее же ты! Давай, неси меня, я готов. Ну, скажем, система вроде неплохая. Ну, можно додуматься до этого. Да, здесь пишется XP. Was this part of a larger complex of ruins? Так. Та-та-та-та-там. И здесь у нас ничего нет. Итак. Короче, все это из-за одного сундучка, да, я так понимаю? Мы сейчас из-за этого сундучка возьмем какой-нибудь тамагочи себе маленький в кармашек и все. Вот это, кстати, мне вот этот момент напоминает. Даже не показали, что она взяла. Ну, кстати, левел. Найдите лагерь. Деталей собрано. Пистолет. Одна из трех. В смысле? Карта координатов. Кадыш. Кадыш. Вот, короче, нажимаешь shift, она начинает почему-то на четвереньках ползать. И я вот этой фишки не понимаю немного. Shift это же типа бег, а... Ну ладно, забить. Так, навыки, давайте, я там хотел лук прокачать, да? Давайте так и сделаем сейчас. Что было? Твердая рука может дольше держит лук натянутым, да, давайте. Все, короче, лук мы вкачали. Все хорошо. Теперь. 345 деталей, кстати. Что там на пистолетном обещали? А, стоп. Релиз. Самодельный релиз из прилока для ключей увеличивает скорость. Что, блин? Я же лук качнул нам. Ну, ладно. Релиз, ну, типа, от... Хорошо, давайте. Все? Лук модифицирован, модификация, он на 40%. То есть у него будет еще дофига модификаций. А на винтовку у нас, ну это все понятно, дорогое. Но я винтовку, с другой стороны-то и не пользуюсь сейчас. 30%. Стой, на все будет по 10 модификаций? О, тут мне нужно 300 и 450. 450 вообще дофига. Я, кстати, не уверен, что мне надо за 450. Ладно. Потопали дальше. Головоломку-то мы решили. Голову сломали. Все хорошо. О. Вообще, то, что нашли огниво, хорошо. Оно теперь сама зажигает. А ну, зажигай. Вот. Так что все пучком.
Итак, мы возвращаемся. Попробуем все-таки спасти этого пилота. Надеюсь, Ларчик не провтыкает на этот раз, сделает все правильно. Изучить особые места на карте. Да, ну, как бы, ладно. Не, знаете, ребят, короче, есть некоторые игры, которые набиты загадками, и ты такой, блин, и при первом прохождении, естественно, ты не заметишь очень много чего, но некоторые игры говорят тебе о том, чувак, вернись, тут еще куча всего, и ты такой потом проходишь второй, третий, пятый раз, и всякое такое, и тебе хорошо, потому что... Да ну вот же столб, ну ты олень, что ли? Вот, а здесь вроде да, набито загадками, и, ну, я более чем уверен, что я не буду переигрывать, но, наверное, вы уже так об этом догадались. Да зажги, пожалуйста. Так вот, это я к чему сейчас. Минуточку, мне сюда. Да, лук, спасибо. Вот, то, что найду, я сейчас найду, я схожу. Если оно не будет мне сильно мозг выносить, я... Тут что-то блестело. Вот, я сюда за этим. Горная деревня, набор пополнен. Короче. Буду я тут еще веревки натягивать. Детальная винтовка собрана. О, это хорошо. Я сейчас что увижу? Да, прекрати. Что увижу, что сделаю? Я сделаю. То, что нет, уж извините, ребятки, нет. Ну, как бы, я стараюсь, честно, я стараюсь играть внимательно, вы видите. Стараюсь не халтурить. Блин, там что-то есть. Зацепись. Тут гнездо. Разоритель гнезд и расхититель гробниц. И вообще, короче, очень плохой человек. Слезь, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, а ты кто такой? Не-не-не. Пришло время покинуть проклятый остров. Довольно с меня я мотаю. Трудно объяснить словами природу, природу власти императрицы Солнца, но она явно не от нашего мира. Все мои намерения были известны императрице с той минуты, как только Мэна наступила на ее землю. Она манипулировала мной, играла со мной, она уже все знала. Если мне не суждено выбраться отсюда, я должен хотя бы предупредить своего господина. Ему необходимо любой ценой избегать Яматая. Если нам потребуется пройти здешними морскими путями, следует соглашаться на любую объявленную пошлину, но ни в коем случае не идти против императрицы Солнца, это приведет лишь к гибели. О другом виденном здесь, ого, об этих мрачных кошмарах лучше об этом никому не знать. Тут у нас продолжается тема с шальной императрицей. Как мне отсюда... Ага, вот. Намотай, пожалуйста, да. Итак, нам потом, наверное, вон туда. И вон туда, я так понимаю, да? Тут мы полазили немножечко. Слезь, спасибо. Вот, вот сейчас... О, там еще одно гнездо есть. Оно мне надо? Надо. Такая, нет, 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 висит в воздухе голова. Яйцо украдено 2 из 5. Прикольно, такой глюк сейчас был, баг этот, такая, нет, зависла, не хочу. Значит, теперь вот к этой штуке, но мне нужно вот так и вот сюда. Две веревки у нас не держатся на одном столбе, ну хорошо, это игровая условность, с этим я согласен. Иначе было бы слишком читорски. Сегодня я, Хоси, дочь Хиору и Кокоро. Завтра же стану Хоси, дочерью Солнца. Императрица сделала свой выбор и отдала приказ. Меня уже облачили в подобающее одеяние. Любая деревенская девушка втайне мечтает о такой чести. Мать безутешно рыдает, а отец весь светится от гордости. Я никогда не видела его таким счастливым. Оказанная мне честь вознесет мою семью на вершину общества Яматая. Мы никогда больше ни в чем не будем нуждаться, и, может быть, когда-нибудь императрица даже назначит меня своей преемницей. И все же,
Сердце мое неспокойно. Сначала думал, что это всего лишь волнение, но тревога не покидает меня. Нет, я ни за что не откажусь от своей участи. Это навлечет беды на мою семью. Но, должна признаться, императрица меня пугает. Тут, по-моему, императрица всех до усрачки пугала. Это нормально. Ага, нам сюда. Минутку, я там уже был. А, ну, значит, получается, я сюда только почитать пришел. Блин. А ведь реально, я же тут уже был. Че, зачем я назад пополз? Хе-хе, моя внимательность. Я крут. Я есть груд. Ну, давай, ползи. Ух, там какой этот практически... О, красиво. Сейчас будет хорошо. Ползи быстро! Вон там сейчас зацепиться придется, вон. Зацепись! Вот, все. Я зацепился за тебя, можешь не переживать. А че если вниз? Что там будет? Ничего, просто тупо упало бы. Это было мое время на зацепиться, понятно. А почему бы сверху не... То есть руками, серьезно? Ладно. Там было бы логичнее кошкой сверху цепануться и за нее подтянуться. Ну. Капитан Джессоп! Кэп! Мы тут. Куда он пошел? Кэп, он сказал, что он тяжело ранен. Тебе кажется, что он мог куда-то пойти? Ну, не знаю. По-моему, немножко сомнительное утверждение. Итак. Столбик. Там. Перевал. Ну, детальки, в принципе, дают. Так-то. Не, я там не все статуи поджег, я так подозреваю. Ну, ладно. Рот told us about the plane. Don't worry, there's gotta be another way off this rock, right? I hope so. Any sign of Sam? Yeah, we tracked her to some old Japanese palace. I don't like the sound of that. Hey, don't worry, she's probably just, sightseeing. You're a terrible liar, Alex. You have to be careful in there. Good luck. Я не хочу зайцев убивать. Я не хочу охотиться. Ей это не надо, она не страдает от голода. Я не вижу смысла в этой механике игровой. Ну, то есть, с ней же все в порядке. И крыс я тоже не хочу убивать. Снаряжение, в принципе, нам не надо ничего, да, я так понимаю? Сохраняемся, навыков у нас нет. На прокачку нам ничего не хватит. У нас все хорошо. 10 деталек. О, привет, чувак. Душ принимаешь. А куда нам? И куда. И что, что здесь? Здесь ничего, точно? А, здесь еще и как чё? Или нам сюда? Тогда что там? Date the Kofun period. Стойте, ребят, я хочу вернуться. А что тогда? И там же ж явно я какую-то область тогда, получается, упустил. Это я могу телепортнуться к тому костру и... То есть там же направо была огромная область, куда я мог сходить. Ну что это такое? А, ничего. Понятно. Спасибо. Ну, тут хорошо, тут ничего. Там явно была какая-то область еще... Не знаю, надо мне туда, не надо будет по игре. Посмотрим. Попробую про нее не забыть. Я на это надеюсь. Где паломничество? А, вот это, да. Это... Хатико. Кинико. Да, тут, короче, метет прям... О, пилот. Капитан Джессоп? Да-да-да, чувак, сейчас, погодь. Теперь я немножко потуплю, а вдруг тут что-то лежит. Ну, такую игру, такую подлость игра не стала уж делать. Он мертв, понятно.
Беги! А, ты плечом ушиблась, как мило. О, ты не услышал, как... Кто они? А вы мне дадите причину, почему они ее не убьют? Они же всех убивают. Или там они как-то убивают по половому признаку? Опять, ребятки, я не вижу ни одного разбойника женщины, ни одного главаря женщины. Не знаю. Почему они все висят вниз ногами и убиты, а она... Типа вверх ногами убита, а она вниз ногами живая. Вот, типа, почему? Да я уж понял, что раскачиваться. То есть просто дайте мне логику этого поступка, пожалуйста. Я не против, чтобы так было. Просто объясните это, сценарий, прекрати. Потеряй сознание хотя бы для приличия, там, не знаю. После того, как играешь в Outlast, и там чуваку отрезают палец, и два пальца, сколько, я не помню. Вот, и он там после этого вот дофига приходит в себя. Это правда, это болевой шок называется. Нет, я понимаю, что это нелогично сравнивать эти игры. Потому что это явно сделано на отвали казуал, для казуалов, а там сделано для игроков. Тут как бы есть огромная разница, игры сделаны для казуалов, игры сделаны для игроков. Это я тоже понимаю, ребят. Не надо меня за это, типа, да-да, ты ничего не понимаешь. Я понимаю. Ну, блин, немножечко же хочется каких-то объяснений. Я не против безумных поступков в играх. Они должны быть, это круто. Объясните хоть немножко, почему она остается живая, почему... Почему? Нет, в основном это тот вопрос, который меня преследует на протяжении всей игры. Почему она остается живая? Я не против того, чтобы она была жива. На здоровье, в этом заключается игра. Объясните мне, почему? Я же хочу знать, это же называется сюжет, это называется сценарий. Ну, как знаете, мне сейчас вспоминается один фильм, я думаю, большинство из вас его видели. Вот, в котором так, ну почему, почему? Он такой, ну потому что, вот, короче, главное объяснение, потому что. Так вот, я не хочу вот это, потому что. Да, это я что-то загнул, ладно. Такой, дайте я тут разведу костер и... А, тут не будет костра, слишком ветрено. Ящик с патронами, не? Конечно, ящик с патронами. Как бы понимаете, я ей не сочувствую. Не потому, что она женщина, и не потому, что это плохая игра. Я ей не сочувствую, потому что нет опасности. После всего того, что она пережила, и никакого объяснения, как она осталась в живых, или почему ей не надо лечиться. Ну, то есть, почему я должен ей сочувствовать? Я же явно вижу, что она бессмертная. Ой, дробаш. Старый дробаш. They're looking for me. Да, ты права, они тебя ищут. Постарайся шуметь побольше, а то же они тебя не найдут. Что-то вспомнилась эта старая шутка, что типа... Ненавижу гробницы? Сказала расхитительница гробниц, да? Я понял иронию. Так это я к тому, что вот эта шутка, что... ладно, сейчас. Женщина должна убегать от мужчины, но не слишком быстро, а то не догонит. Ух ты! О, там запашок, да, хорош. Тебя хотят убить? Да пофиг, давай посмотрим гробницу. То есть ты бы серьезно сейчас об этом думала, да?
A journey, a pilgrimage to... Is that this monastery? Откуда ты делаешь эти выводы? Из чего? Pouring water. But why? And there you are, queen. Wait. It's not pouring water, it's transferring power. Так, вот, в том-то дело, хотел сказать, откуда ты знаешь, что это вода, и догадалась, ага. Дочурикалась, блин. Три патрона осталось? Два. Один. А, то есть количество патронов было почти четко рассчитано. Я, по-моему, один раз промахнулся, да? Ну, то есть, примерно под это и был расчет. А, мне дают патроны на дробаш. Прикольно. Где он у меня? Да, дробаш пролежал в руках убитого японца. А, тут еще и патроны были. Я думал, тут рассчитано было. А не, нифига, их тут просто полно. Можно еще что-то разбить, не? Мы же в какой-то старинной гробнице. Давайте... Ладно, шучу. Что за нафиг? Это что, босс? Так, четверка, тройка, понятно, все. Не буду пользоваться радиальным меню, короче, тут тоже все выставлено на кнопки, тьфу-тьфу, хорошо. Костерочек. Все, короче, ребятки, давайте тогда сейчас... Почему не останавливается? Я же как бы это... А, все, вроде угомонились. Давайте посмотрим, что мы можем качнуть на дробаш. Но все-таки новая пушка появилась. 400, 325, 300, 300. Рукоятка. Рифленая передняя рукоятка помогает стабилизировать оружие, уменьшить отдачу. Ага, уменьшает отдачу. Затвор. Быстрая смена патрона повышает скорострельность оружия. Это, кстати, хорошо. Кожух ствола. Вентилируемый кожух ствола повышает точность и урон. Точности урон. Ладно. Итак, и чок. Чок, дурачок. Съемная насадка на ствол уменьшает разлет дроби, увеличивает дальность поражения. Ну, это понятно. В любом случае, у нас ни на что сейчас не хватает. Но я, в общем-то, и не стремился ничего сейчас прокачивать. Просто хотелось посмотреть, что да как. Ой, тут потрошки. А у меня их максимум. Хорошо, ребят. Тогда давайте... Пока что на этом серию закончим. А, я хочу ответов. Я надеюсь, я их получу. Собственно, поэтому увидимся в следующей серии. Вот. Кстати, вот эти вот воины, тоже интересно, что это такое. Но это явно уже какая-то мистика пошла. Давайте поспорим, что среди этих воинов тоже не будет женщины. Ладно, ребятки, все. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.